Усь, а ты что, со мной видео снимать будешь, да, сегодня? Дома хороший, ты будешь на новом фоне лежать сегодня, да? Ну ладно, лежи, лежи. Всем привет! Меня зовут Лиса, и в этом видео я расскажу вам, почему же не получается похудеть. Если ты еще не подписан на мой канал, прежде чем мы начнем, обязательно подпишись. Тык! И включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропускать. А мы приступаем. Ты мало ешь, но много пьешь. Я сейчас не про алкоголь, хотя, да, знаете, и вот сюда в том числе. Расскажу вам на примере моей подруги. Ситуация просто настолько сюрреалистичная, что казалось бы каким-то бредом, если бы я ее сама не наблюдала. В общем, у меня есть подруга, в какой-то момент она реально очень сильно разъелась. Вот настолько разъелась, что она уже реально, ну, вы знаете, уже на той самой грани, когда это вредит здоровью. То есть из серии она не может много гулять, потому что становится тяжело. Короче говоря, все очень-очень-очень скверно. При этом она сама отдает себе отчет в том, что у нее дела очень плохи и пытается постоянно похудеть. Сколько я ее видела, постоянно она ест нормальную еду, когда мы с ней сидим в какой-нибудь кафешке или вообще ничего не ест. И я постоянно задавала себе вопрос, блин, если она постоянно худеет, если сама она говорит, что худеет, если она дает себе отчет, почему же каждый раз, когда мы с ней видимся, мне кажется, что она каждый раз становится только полнее, полнее и еще раз полнее. И потом знаете, что происходит? В один момент мы с ней идем гулять. Просто мы решили с ней закончить нашу, так сказать, трапезу в кафешке и пройтись. И она мне такая заявляет, давай зайдем в KFC. Зайдем в KFC, я куплю себе там латтешку. Мы заходим в KFC, она подходит к кассе и заказывает самый большой латте с карамельным сиропом или шоколадом. Короче, с сладким сиропом, просит двойную порцию этого самого сиропа вот в этот вот здоровенный латте. И знаете, что потом? Она добавляет туда еще сверху три пакетика сахара, вы понимаете? Она добавляет туда сахар, вот это вот жидкие сиропы тоже мега калорийные, и сам по себе латте тоже как бы не самая диетическая вещь. Я ей говорю, слушай, дай я попробую это твое адское варево. Значит, пробую я это варево, и мне просто плохо становится, меня же просто передернуло, потому что это так сладко, это так жестко. И я смотрю на нее совершенно ошарашенными глазами, и она смотрит на меня ошарашенными глазами, мол, а что не так-то? Я у нее спрашиваю, ты как часто вообще это пьешь? Она говорит мне, что пьет это каждый день по несколько раз. Тут у меня челюсть просто отвисает в район пупка. Я спрашиваю, как так? Ты что, совсем что ли? С тобой что не так-то? Она мне отвечает, что типа она живет очень далеко от центра, что действительно правда, у нее дорога занимает где-то полтора часа. И каждый раз, каждый день, когда она едет в универ, она с утра берет этот самый латте, потому что у нее рядом с домом есть KFC, едет там на метро, на автобусе, пока она приезжает, она уже выпила этот латте, потом пошла, посидела на парах, потом вышла, пошла погулять, заказала себе еще этот самый латте. И потом, когда она едет домой, она тоже его заказывает. В итоге она пьет его 3-4 раза в день, вот эту жесть. Приходит домой, тоже пьет дома какие-то кофе быстрорастворимые, вот эти вот супер-мега-сладкие тоже. И удивляется, почему она не может похудеть. Вы знаете, когда я все это послушала, мне захотелось ее просто взять и ударить. Потому что, ну как ты можешь этого не понимать? И в этот момент до меня дошло, что многие люди реально не втыкают. Они не втыкают в то, что если ты дофига всего пьешь, особенно такого калорийного, ты, если даже при этом ничего не будешь есть, не значит, что ты похудеешь. Она реально сидела на жестчайших диетах, но пила столько вот этой вот дряни, что, мне кажется, у нее количество калорий в день, которое она потребляет, оно было настолько колоссальным, как если бы она каждый день ела в Макдаке, причем полноценно, просто потому что она пила вот столько вот этого калорийного кофе, еще заправляла его, представляете, 3 пачками сахара. И удивлялась, фига я не худею. Так что, если вдруг по какой-то причине тоже нифига не едите, но пьете постоянно какие-то сладкие напитки, ну, вообще не удивляйтесь, что у вас еще и прыщами лицо покроется. Да, с прыщами там тоже была проблема. Но она посмотрела мое видео про уход за кожей подростков, у нее стало все проще. Но это уже совсем другая история, она неважная. Поехали дальше с вами. Что-то я чуть-чуть забомбила даже. Да, Пуська, я осуждаю тебя на всю свою вот эту вот огромную аудиторию. Имей, пожалуйста, это в виду. Поэтому давай, когда в следующий раз с тобой увидимся, ты не будешь больше покупать эту химозу и рассказывать мне всю эту фигню. Я, кстати, ее уже месяц не видела, поэтому не знаю, что сейчас с ней происходит. Но надеюсь, что она порадует меня в нашу следующую встречу. Волосы ужасно мешают. Ужасно. А котик ушел. Да, кстати, не обращайте внимания, что я сегодня в какой-то странной штуке. Я вам потом покажу, как я эту странную штуку сделала. Если честно, меня безумно вкатило. Це хендмейд. Дьюи. Следующий пункт. Вы не понимаете, что вы худеете. Что ты только что сказала? Я сказала, что вы не понимаете, что вы худеете. Что же я под этим подразумеваю? Я подразумеваю под этим то, что вы начинаете заниматься активно каким-то спортом. Вы не профессиональный спортсмен, но вы занимаетесь спортом. Вы записались на танцы, вы реально стали много бегать, ездить на велике, записались в зал или просто дома постоянно занимаетесь какими-то упражнениями.
И что происходит? Вы стоите на свои прекрасные весы и видите, условно, вместо 50 килограмм 52. И ваша челюсть опять-таки оказывается где-то в районе пупка. Потому что чё? Я же занимаюсь, я же стараюсь. Почему вес-то набирается? При том, что сократила вроде еду и увеличила физические нагрузки. Ответ, дорогие мои друзья, в том, что ваши мышцы начинают расти. И вы действительно худеете. Входит в вас жир в первую очередь, а мышцы набираются. А мышцы... они гораздо тяжелее, чем жир весит, поэтому вы при тех же самых объемах можете весить гораздо больше. И в этом, знаете, кроется главная, мне кажется, женская беда, потому что у нас есть у всех какой-то триггер. Например, кто-то видит на весах 40 килограмм, ему хорошо и прекрасно. И если этот же человек видит на весах уже 42, при этом в зеркале ему кажется, что ничего не изменилось у него, начинаются какие-то вопросы к себе лично. А что со мной не так, почему я поправилась? Да дело в том, что никто не поправляется, а просто ваши мышцы начинают более активно работать, соответственно, идет набор именно мышечной массы. У меня есть история, связанная с моей родственницей. Она стала заниматься активно спортом. Она всю свою жизнь весила 50 килограмм. Ей почти 50 лет, она в очень крутой форме. И вот в какой-то момент она начинает активно заниматься спортом. Прям каждый день с тренером занимается. Она направляется до 52 килограмм. При этом ее тело вот так вот шикарно выглядит, но она не может с этим смириться. Она каждый день становится на весы. И ей прям становится дурно от того, что она видит не вот эти вот 50, а 52. Притом она действительно дает себе отчет, что в зеркале действительно уже женщина с совершенно другим телом, с другим качеством тела. Но вот эта вот цифра 52, она, короче, выносит ей мозги. Поэтому я не знаю, как это пережить, потому что у меня просто нет такого триггера. Но в целом просто имейте в виду, что если вы занимаетесь спортом, будьте готовы к тому, что на весах вы увидите знак плюс. В том случае, конечно, если вы изначально не имеете излишний вес, то, да, безусловно, сколько вы спортом не будете заниматься, ваш вес вместе с вашим жиром будет очень сильно уходить. Но если у вас изначально нормальный вес и вы начинаете заниматься, то да, вы увидите на весах знак плюс, но не знак минус. Следующий супер короткий момент, но не менее важный. Вы пьете слишком мало воды. Ошибка заключается в том, что ваш организм обезвожен. И он не может вывести естественным путем все шлаки и все токсины, которые в нем скапливаются. Как итог, получается зашлакованный организм и, соответственно, стоящий на одном и том же месте вес. Важный момент – это вести дневник питания. Точнее, ошибка не вести дневник питания, как вы уже понимаете. Что такое дневник питания? Дневник питания – это такое место, куда вы выписываете всю еду и всю воду, которую вы потребляете в день. Вот смотри, ситуация. Ты заходишь такая в кафе, взяла такая латтешку, бац, и записала сразу в этот дневник питания. И когда ты смотришь потом свой собственный дневник питания, ты быстро-быстро начинаешь понимать, где тут, собственно, твои косяки находятся. Потому что даже если на первый взгляд тебе кажется, что ты ешь одну полезную пищу, ешь ее мало, по факту это может оказаться совсем не так. Просто ты не отдаешь себе в этом отчет. И вот, значит, берешь, короче, себе какой-нибудь дневник питания или берешь телефон и пишешь заметки. И каждый момент, когда ты что-то захотела съесть, выпить, жвачку пожевать, все время пишешь в этот дневник питания. Но очень важно писать туда все сразу. То есть вот ты сейчас пьешь кофе, ты взяла и прям в этот момент написала. Не до того, как ты выпила кофе, не после того, а именно в момент. И тогда ты будешь смотреть на всю эту свою картину вещей и будешь отдавать себе полный отчет. Ага, что ты ешь, что ты пьешь и главное, зачем. И когда в твоем дневнике питания будут уже определенные продукты, будет время, когда ты все это употребляешь, тебе самой не захочется сюда дополнительно что-то написать. Ну или самому, если ты мужчина, который смотрит мой канал, извини. Короче говоря, в какой-то момент вам самим захочется в этот самый дневник питания писать только хорошие продукты, а всякие записи вроде «поела бургер» будут только напрягать. Итак, внимание, сейчас, казалось бы, будет очень очевидный, но очень, реально очень важный момент – это стресс. Если у вас действительно стресс, я вас очень прошу, не пытайтесь худеть. Худеть пытайтесь только в том случае, если вы реально не можете есть. Тогда это немножко другая история. Но если вам реально очень плохо, не надо добивать свой собственный организм тем, что вы начинаете худеть. Я понимаю, что у всех там учеба, школа, проблемы с родителями, проблемы с мужиками, проблемы с телочками, да вообще с кем угодно могут быть проблемы, но повремените с этим. Постарайтесь хотя бы вот на столечко разрешить свои какие-то эмоциональные проблемы, хотя бы начните высыпаться и только после этого приступайте к похудению. Когда мы находимся на стрессе, наш организм требует максимальной его подпитки. Потому что очень тяжело худеть, если вы нездоровы, а стресс это все-таки некая патология, это не норма. И поэтому, когда вы находитесь вне нормы, похудеть, ну, практически нереально. Или в крайнем случае это реально, но какой ценой? Просто задумайтесь, какой ценой вам дастся это похудение, когда вы постоянно хотите есть, когда вы и так на нервах, и когда вы даже не можете порадовать себя той самой шоколадкой, которая пусть на 5 минут, пусть на 10 минут, но сделает вас более счастливым человеком. Поэтому, если у вас стресс, если все плохо, если реально вот прям все очень-очень-очень нехорошо, не надо в этот период худеть. Это может быть, кстати,
касается той самой причины, почему у вас не получается похудеть. Просто-напросто виной всему стресс. Да, печально, да, скверно, все это прекрасно понимаю. Но давайте мы с вами лучше тогда сделаем какое-нибудь отдельное видео. Если вы хотите это видео, давайте напишите мне об этом в комментарии, где я дам вам некоторые советы, которыми я сама пользуюсь, когда мне вот прям максимально херово. Обязательно напишите, обязательно поставьте лайк. Если будет много желающих, я сниму прям отдельное видео, что делать, когда тебе плохо. Кстати, помогите с названием, как бы вы назвали это видео, потому что хочется, конечно, дать какое-то название, которое не отпугнет аудиторию, а наоборот привлечет, чтобы, ну, получить от меня помощь. На мой взгляд, просто самое важное и мое самое любимое. Кстати, напишите после того, когда смотрите видео до конца, какой из этих пунктов вам показался наиболее важным. И, кстати, возможно, именно один из этих пунктов поможет вам в решении именно вашей проблемы. Так вот, этот пункт называется отсутствие мотивации. Что я под этим понимаю? Вот давайте представим на ситуации. У тебя лежит перед тобой $1 000 000 или там отношения с человеком, о котором ты всю жизнь мечтала, и ты получишь эту заветную вещь в том случае, если ты, например, похудеешь, приведешь себя в форму, не знаю, прочитаешь весь список литературы, которую тебе дали на лето по литре. Так вот, у меня вопрос. Будешь ли ты это делать, зная то, что в конце ты получишь реально очень крутую для тебя, именно для тебя важную вещь? Я уверена, что ответ будет положительный, потому что это та самая мотивация, которая тебе нужна. Я считаю, что просто невозможно похудеть для кого-либо. Я считаю, что все твои попытки похудеть, привести свое тело в форму, должны идти исключительно из своего сердца, исключительно ради тебя самой. Не потому, что какая-нибудь одноклассница тебе сказала, что тебе надо потолстеть. Не потому, что какая-то одноклассница сказала тебе, что надо похудеть. Ты должна именно себя спросить в первую очередь, оно тебе надо? Потому что если оно тебе не надо, ты никогда не похудеешь. Забей на все эти мнения, забей на стереотипы, вообще на все забей болт, положи вообще вот все, просто забудь про тему похудения, если оно тебе не надо, если ты не уверена в том, что оно тебе надо. Если человеку что-то хочется, человек знает, что он это хочется. Если я хочу, не знаю, кофе, я прекрасно знаю, что я хочу кофе. И мне совершенно все равно, что мне кто-то скажет, что там кофе, это плохо, пей чай, или вот выпей водички, я хочу кофе, я пойду и сделаю, пойду и куплю себе кофе. Вот спроси себя, чего ты хочешь на самом деле? Не чего хотят от тебя, а чего хочешь именно ты. И если именно ты хочешь похудеть, ты похудеешь. Но узнай для начала, это реально твое желание или это просто навязанный какой-то бред? Я вообще верю в то, что у каждого моего подписчика, у каждого моего фокса, кто реально хочет чего-то достигнуть, вот у каждого без исключения все получится. Знаете почему я так думаю? Потому что я в вас верю. Потому что я верю в себя и верю в вас. Я верю в то, что у нас есть некая связь, и мы просто друг другу помогаем. И судя по тому, что я видела в том видео, как много людей хотело найти себе друзей, единомышленников, как много людей писало о своих устремлениях, я верю в то, что действительно у каждого из вас все получится. Обязательно ставьте хэштег «АВАФИГУРА», ищите себе единомышленников, можете писать здесь, можете писать в Инстаграме, как вам будет удобно. Ссылки на все я оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если ты досмотрел до этого момента и почему-то еще не подписался. Тык! И, естественно, становитесь спонсорами моего канала, если вы хотите его поддержать, если вы хотите помочь мне в развитии моего канала и, в крайнем случае, если вы хотите получать пиар от меня в Инстаграмчике. Заманчивое предложение. Вам не каждый блогер за вот эту сумму готов предложить пиар в своем Инстаграм-профиле в историях. Так что, в общем, подписывайтесь, присылайте мне скриншоты в директ, что вы подписались как спонсор. И я вас всех очень люблю, всех очень-очень целую, вкусно обожаю. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.